Наталья Комарова на заседании оперштаба высказалась по поводу фальшивых справок о вакцинации. Все чаще жители округа стали вводить в поисковую строку браузеров запрос о покупке сертификата о вакцинации. Губернатор напомнила югорчанам, что производство, распространение и даже приобретение поддельных документов такого рода преследуется законом. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации можно попасть в тюрьму на 2 года. За покупку и хранение также предусмотрена уголовная ответственность до 1 года лишения свободы. Наталья Комарова поручила мобилизовать все ресурсы для поиска сайтов, торгующих подделками. Этим должен заняться Департамент информтехнологий и цифрового развития. Искать продавцов сертификатов в интернете будут также добровольные кибердружины.